Привет! Как вы думаете, возможно ли, рискуя всего 5 минут, заработать 1 миллион серебра? Напишите в комментариях. Так вот, мое мнение – да, ибо тогда этого видео просто бы не было. Пока вроде все логично. У меня есть такое видео, называется «1 миллион серебра за 20 минут», где я везу из черного города в Бриджвотч вещи на перепродажу. Подсказка на это видео есть сверху справа. Так вот, к чему это я? Как вы знаете, ввели обновление, в котором добавили пути Авалона. Они позволяют путешествовать по случайным землям. Ведь когда заходишь в портал, никогда не знаешь, куда он ведет. Некоторые из вас уже поняли, к чему я веду, но давайте по порядку. Я начал собираться в поход, взял хороший сет, быстрокогтя и вместительную сумку. Вы можете не одеваться так дорого, вам я посоветую надеть кровопуск, факел, сапоги солдата, куртку убийцы и шлем солдата. Но обязательно советую быстрокогтя. Это дешевый сет, на котором у вас получится избежать ганга, если вас спешат. С Бриджвотча я отправился прямиком в Артур Рест, город, который находится в Черных Землях. Мне нужно до него добраться, чтобы найти в ближайших землях от этого города портал, который находится максимально близко к городам на Королевском континенте. Дорога была спокойна и гангеров не видел, хотя время было примерно 21:00 по Москве. Когда я добежал до города, то первым делом сделал привязку к нему, чтобы можно было сразу сюда телепортироваться голым, а не бежать много локаций. Далее я начал заходить в порталы и смотреть, есть ли в них выходы в королевские земли. Как оказалось, из 4 локаций только один портал, который вел в черные земли рядом с порталом Бриджвотча. Как раз то, что нужно. Конечно, не королевский континент, но все равно довольно близко. Теперь происходит закупка товара. Для этого я разделся полностью и полетел в Бриджвотч смотреть цены. После вернулся обратно, чтобы купить товар с наибольшей разницей в цене. Как ожидалось, в основном выгодно было закупать руны, души и реликты, а также роскошь городов. Первая перевозка была пробная, поэтому еду на быстрокогте, чтобы разведать дорогу, при этом закупив товара. А вот теперь представьте, когда я выехал из города, время было 18:51 по игровому. Забежав в портал и проехав одну локацию в Авалонских путях, я вышел в локации, которая находится рядом с порталом Бриджвотч. При этом можно взять баф на инвиз, в котором вас не видно, и вы безопасно добежите до портала. Но я его не брал, и по дороге еще умудрился чуть поговорить со зрителем моего канала. Прибежав в город, на часах уже показывало 18:54. То есть мне понадобилось 3 минуты на то, чтобы перевести с самого сердца черных земель в город на Королевском континенте. Вы могли раньше себе такое представить? Лично я нет. Теперь такое возможно. Как итог, я пришел на аукцион и просто продал все сразу без выставления заказа на продажу, заработав чистыми 400 тысяч серебра. Но мы здесь за куда большими суммами, поэтому я беру призрачного люто-кабана и еду той же дорогой обратно в Артур Рест. Чтобы не привлекать внимания, люто-кабана держал в инвентаре, а сам ехал на быстрокогте. Добрался без приключений и приступил закупаться. Начал с рун, душ и реликтов с роскошью. Также оказалось, что детеныши быстрокогтей тут стоят очень дешево. Помимо них еще была довольно привлекательная цена на авалонскую энергию. Когда мой кабан был загружен всем нужным товаром, я отправился по той же самой дороге. На пути не было ни единой души, и весь груз я доставил в город без проблем. Сразу иду на аукцион. Мне не хотелось ждать, поэтому я все продал местным закупочным торговцам, сразу получив серебро в размере 700 тысяч чистой прибыли. При этом, если бы я выставлял все на аукцион по заказу на продажу, то сумма выходила 1 миллион с хвостиком. А так как товар ходовой, то скорее всего все продалось бы уже на следующий день. Теперь вы поняли, как можно заработать легкое серебро с минимальным по времени риском. А если вы хотите, чтобы сумма прибыли была в разы больше, то советую вам закупать товар в черных городах по ордерам, чтобы вы сразу приехали и забрали его, а продавать в королевских городах по заказу на продажу. Так прибыль будет весьма ощутима. Прежде чем идти сразу и пробовать так зарабатывать, вот вам несколько советов, которые пригодятся в этом деле. Первое. Одевайтесь в сет, который помогает избежать драки. Пример вы видите на экране. Второе. Всегда проверяйте путь от начала и до конца на гангерские пачки, чтобы когда вы ехали с грузом, для вас это не было сюрпризом. Третье.
Чем больше вы сможете увезти, тем больше заработаете. Время равно деньги. Четвертое. Чем больше вы везете, тем больше риск, что вы все потеряете. Будьте внимательны, а на этом ролик подходит к концу. Я надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал. До следующих видео. Пока.